Ребята, сегодня мы построим терминатора в BuildBot for Trash. Поехали! Нам для этого понадобится лестница, обычный стульчик, железные блоки, ну можно взять любые, но лучше всего брать железные, немного масла и все. Сегодня я выпущу короткий ролик с этим кодом, где можно получить аж 5 тортиков и еще разные призы. Поэтому смотрите канал и подписывайтесь. Внимательно смотрите видео, и у вас тоже все обязательно получится. Механизм довольно сложный. Если у вас что-то не получится, напишите об этом в комментариях, я постараюсь объяснить. Творится сегодня в BuildBot. Соблюдайте порядок убирания блоков, чтобы у вас там ноги, руки, ничего не отвалилось. Не забываем регулярно сохранять нашу постройку, чтобы если там что-то отвалится, чтобы можно было восстановить.
Наш робот готов. Теперь проведем испытание. Из-за того, что я забыл убрать нижний тортик, робот сломался. Я сделал слишком большой блок, поэтому я его подрезал. Внимательно смотрите на размеры. Теперь мы его испытаем на земле, на воде и на воздухе. Кому-то понравился мой робот. Он может совершать прыжки в воздухе, прям как читер. Чтобы сделать робота боевым и добавить на него пушки, чтобы они не отвалились потом, нужно будет их прикрепить до того, как мы его спустим на землю. И тогда пушки будут крепкие, держаться. Но сейчас проведем водное испытание. Вот я уже в воде. Почти что на каждом уровне я буду менять цвет. Посмотрим, сможет ли он доплыть до конца. Первый уровень запросто. Из-за того, что он может постоянно прыгать и даже в воздухе, и оснащен пушками, он спокойно и без труда проходит первые испытания. Но они пока что еще легкие. А вот тут немного посложнее. По мне уже стреляют музыкальные инструменты. А вот и первая потеря. Я потерял первую руку робота. Ну, вторая рука есть, и две ноги еще есть. Продолжаем. Тут уже у меня какие-то ниндзя стреляют. Тут без потерь. Ой, тут слишком сложно, я, наверное, просто лучше перелечу его. Вот так. О, следующий уровень с пушками. А, мимо стреляют. Только пушек у меня не осталось. Этот уровень тоже пройден. А вот сейчас бьют молнии, и нужно постоянно маневрировать. Еще уворачиваться от огромного урагана. А вот уже последний уровень. Его тоже обновили. Все пройдено. Где-то я еще потерял одну ногу, ну ладно. И я доплыл до конца, потеряв одну ногу и одну руку. Но это было очень долго. А теперь проверим его мощность на земле. Мой сосед красный, я решил на них напасть. Тут два игрока, посмотрим, что они будут делать. Огонь! Они сразу построили какую-то башню, загрузили. И забежали в нее. Чья там? А, я могу сквозь стены-то ходить. Потому что у меня включен режим изоляции, с помощью него я могу ходить сквозь стены.
Ну! Сейчас заберусь на самый верх. Ну, только я провалился. Большое у них тут здание. Только жалко, что они не включили режим PvP. Тогда тут бы было вообще бы весело. Сейчас я выключу режим изоляции и не могу к ним входить. Терминатор я какой-то. Они меня застроили блоками! Откройте! А, теперь еще смеются тут надо мной. Пишут. Нет! О, все, спасибо. Ну, вообще так нечестно. На этом я буду заканчивать. Не забываем подписываться на канал и ставить лайки. С вами был Ух Геймс. Всем пока-пока!